Приветствую, мои дорогие подписчики, а также все гостей моего канала. Ребят, сестры, всем привет, братишки, сестрички, всем, ребят, привет. А если ты впервые, ну вот так получилось, впервые зашел на мой канал, обязательно подписывайся и ставь лайк. Ты зашел туда, куда нужно. Тут ты увидишь очень много разного и интересного контента. А сегодня у нас суть ролика такова. Сегодня мы прокачаем очередного нашего участника. Напоминаю, обязательно вы должны быть подписаны, потому что я прокачиваю только своих подписчиков. Так что сейчас мы прокачиваем нашего подписчика, до которого дошла очередь, и постараемся сегодня выбить ему в тайном магазине что-нибудь нереальное. А я думаю, вы меня очень сильно поддержите. Да вы меня, в принципе, всегда поддержите, но лайков ставите мало, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк. Вот посмотрели, сразу же ставьте лайк, ребят. Не жалейте, это мелочь. От вас не убудет, вы ничего из-за этого просто не потратите. А мне очень большая мотивация и поддержка. Ну что, покупаем особый айдроп. Ох, сейчас будет весело. Сейчас постараемся, ребят, что-нибудь выбить. Ребят, не забывайте обязательно писать в комментариях, кому какая выпала скидочка в тайном магазине. Мне очень интересно. Так, ну что мы имеем? А имеем мы вот что. Открываем и заходим сразу же в тайный магазин. Вот прямиком. И покупаем ему чисто одни лутбоксы. Так. 5. Ой. 5. Сейчас постараемся, ребят. Постараемся что-нибудь выбить. Постараемся. Так, тут купили. Так, ну что. Давайте купим. Нет. Сменим. Купим. 5. Купим. 5. Ну и пока все. Пока на этом хватит. Заходим в склад. Лутбоксы. Так, все. Окей, поехали. Маловато, 24 часа. Нам не нужно 24 часа. Не надо, нужно постоянно. Ладно, хорошо, 3 дня пойдет. Нормально. Пойдет. Погнали дальше. Быстренько, ребят. Маловато, братиш. МП-40 нам зашел в гости. Нормально. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Ах, как я люблю такие вообще моменты, когда что-то попадает постоянно. Изи. Бррр. Поехали. Окей, давай дальше. 7 дней. Давай еще. Мало. И пойдет. Нормально. Дробашек пошел. Давай, следом, на постоянно. 3 дня, нормально. Пойдет. Еще. Да! Что? На! Подых! Живем, братва! Вот за это... Ребят, прямо сейчас опускайтесь вниз и ставьте прям лайк. Ну вот за это, вот за такой дробашек стоит поставить, ребят, царский ваш лайк. Ребят, ну будьте молодцами. У-ху-ху! Изи! Что? Вот это сильно. Поехали дальше, 24. Пойдет 3 дня. Мало, братиш, мало рвешь, мало. 3 дня, окей, и... Мало. Ладно, пойдет. Пойдет. 2 скинчика уже есть. Фух, поехали дальше. 7 дней. Нормальная эмочка зашла. 3 дня, уже 10. Что ты будешь делать? 3 дня. 13 дней уже играть можно. 3 дня. Просто 16 дней. 24. 17 дней с эмочки. Не шутя. Поехали дальше. 24 часа. Мало. Мало. 3 дня. Пойдет. 3 дня. И мне. МП-40, ребят. Сейчас будет сильно. Поехали. 24. Маловато, братиш. Маловато. 3 дня. Мало. Нам нужно 7. Да!
Ребят, извините, что я кричу, но у меня эмоции постоянно! Вот это что мы делаем? Что мы просто сделали? Тайный магазин. Еще покупаем сразу же. Покупаем сразу же, ребятки, сразу же. Вот это прокачка, я понимаю. Элита просто прокачка. Покупаем сразу пропуск ему, сразу же. Сразу покупаем пропуск. Просто пропуск. Просто изи пропуск. Вот можем получить. Чтоб сразу покрутить. Оружейный. Ладно, он это все сам возьмет. Все сам возьмет. Но это, ребят, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Давайте возьмем еще МП-40. Может повезет. Купить. Так, эмочка. Купить. Еще купим. А, все, больше нельзя. Давайте возьмем оружейный. 2. Так, и еще один. Все, быстренько, быстренько рвем сразу в оружейный. Оружейный. 25 купончиков. А, он его выбил. Он его выбил. Все, оружейный мы ему купили, пускай будет. На следующий джекпот оружейный. Офигенно, все, погнали в склад быстренько. И добиваем эмочку. Выбейся. 3 дня. Так было 17, уже 19, 20 дней. 20 дней. 20 дней. 23 дня. 24 дня. 25 дней. 32 дня. Месяц играем. 24 мало. Мало, братуха. Не подведи. 24-24. Ладно, пойдет. Вот это, я считаю, прокачка. Топовая, ребят. Я считаю, это просто топ. Нереально топ, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк. Но это, ребят, что-то. Вы видели, сколько поубивал всего? Ребят, это что-то. Кстати, давайте, ребят, сделаем так. Давайте сделаем так. Сейчас каждый из вас, напишите свой айдишник в комментариях, каждый из вас. И я завтра же по комментарию, по рандомайзеру, выберу победителя и задоначу ему 100 кристальчиков. Это я покажу на следующем видеоролике, как я это все делаю. Так что давайте быстренько все пишите обязательно свои айдишники, и я задоначу. Так что пишите в комментариях. Все, ребят, всех обнял, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Love you.